Нові судді б'ють всі рекорди з категоричності. А когда над лесом ветер затихал. Вы спели так, как оригиналом, но это же было не ваше. Я говорю нет. Проигравший просто жить. Вы, ребят, пришли сюда дуэтом, так хотя бы хореографию какую-то подготовьте, какое-то совместное, какое-то действие на сцене. Я говорю нет. Якихось дві години і на рахунку Ніно та Івана більше ні, аніж у їхніх колег за всі роки суддівства. The road is narrow and long. Ах, далеко до неба. Ваш музыкальний подход – это был советский подход. I don't know if it's shine or never. I don't feel you jump to never. Не, ну, может быть, внешне и слуховое это и было как-то терпимо-то, но от тебя веет каким-то, знаешь, таким холодом. Душа не переносит экономии. Я ужасно спела. Мне казалось, что вы вошли какой-то в комнату, где искали музыку и потерялись. Ребята, громко петь – это не значит правильно петь. Ну что это она такая вырубляет, я не зрозуміла. Главная ошибка. Почти у каждого третьего это то, что они чужую песню исполняют по-чужому, а не по-своему. Ты хорошо поешь, ты хорошо выглядишь, ты нормально ведешь себя на сцене. Но это не трогает вообще. Это вяло, пресно и скучно. Категорически не согласен с коллегами. Артист достойно, красиво одетый, по-европейски. Ничего старомодного в этом нет. Ваши шаблоны старомодны, Сергей. За тим, який шквал критики викликав виступ її хлопця, розгублено спостерігає 24-річна Юля. Я їду к мамі, а між нами пусто. Ріка міняє. Чи ти спіш? Стой. Така якась любительщина, яку не дуже цікаво слухати і спостерігати. Нет, єдиногласно. Якщо вже він, музикант, не відповідає X-вимогам, на що ж сподіватися їй? Отримавши технічну освіту, за останній рік Юля змінила декілька місць роботи і весь час відчувала – вона не на своєму місці. Так получается, у некоторых все спокойно, ровно, такие стабильные люди. Вышел там себе на работу, работает, даже если ему не нравится. Когда прихожу домой и чувствую какое вот истощение, и понимаю, что результата конкретного я не вижу, мне хочется быть очень полезным человеком. Думаю, нужно пойти сделать то, что я люблю, просто спеть. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Юля зовут. 24 года мне. Хочу вам спеть. Да вы шо? Я не знала, что сегодня в жюри будет Нино Катамадзе. Да? Да. Это не я. И вот, получается, что я взяла вашу песню. И вы понимаете, что учила я ее... Я очень рада. Я очень рада. Учила я ее по звукам, поэтому мне как-то даже вот неудобно. Юля, соберитесь. Вам нужно... хорошо выступить, вот что. Вы очень себя расплескиваете. Стоп, а что за песня? Успокойтесь. А что за песня хочешь? Once is the street.
Юля, да, вы были в песне, в настроении, волновались, потому что хотели, конечно, не упасть лицом в грязь перед Ниной, перед нами. Это было очень ответственно и важно. В целом, конечно, получилось. Главное, что была атмосфера песни, вы ее передали. Ну, и самое опасное в твоем случае, это то, что ты еще и передала манеру Нино Катамадзе. Ну да, мне кажется, это было прямо очень близко. Это была не твоя манера, а больше Нино. Мне боюсь, что в песне Майкла Джексона ты будешь петь в манере, с манерой Майкла Джексона, а в песне Сосо Павлиашвили ты будешь петь как Сосо Павлиашвили. Ну, просто хочется тебя, тебя, больше тебя. Вы знаете историю, которая там поется? Это, могу сказать, песня воспоминания. Вот так, о человеке, которого, ну, нету рядом. История там переводится, первый текст так, чтобы однажды на улице знакомый ветер принес мне запах твоих волос. Там очень прекрасная история. И спасибо, вы его мне передали с ветром, и мне оно понравилось. Спасибо, вы жили этой песней, я жила вместе с вами. Может быть, я не должна бы так говорить, но оно мне понравилось. И мне нравится, что песня, как ветерок, продолжает жить благодаря людям, которые их выбирают и живет этим. Спасибо тебе. Спасибо. Я говорю да. С авансом на собственную манеру в следующий раз. Да. Я тебе скажу так. Да. Пожалуйста, а вы мне дадите свой автограф? Я обниму вас и поцелую, и сфотографируюсь, и все, что вы хотите. Ой, дорогая, что я должна написать, что чудеса? Напиши, что подожди. Что чудеса существуют. Вот так вот.
передав. І поцілунок від Інок Атаманця. Спасибо. Когда поют мои песни, я радуюсь. Не, я считаю, что им просто они... Вы знаете, что очень сложно. Песня сам ведет к манеру. Сам. Мне может быть, что-то, что-то не повторять. Но она свое дело, честно. Просто нет. Ты видела меня, а я другого. Юлька. Молодец, ты умница. Ты знаешь, я даже рада, что ты сейчас вот так сильно расстроилась за Женьку. Что ты так распереживалась из-за него? Мне кажется, у тебя еще лучше песня от этого получилась. Да. Да. Спасибо, все, спасибо. Юлечка. До свидания. Ой, ну конечно же, на X-Factor'е мечты сбываются. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш официальный канал на YouTube. Там есть много чего интересного.